Все поэтапно. Как я, когда на выборы шел, и обещал, сначала начнем с региональной опорной сети, в города зайдем, обязательно дойдем и до дорог частного сектора. Вот в этом году только начало. Этот год для Кинешмы был особенно благоприятный для строительства дорог, тротуаров в нашем городе. В целом нам выделили больше, чем другим муниципалитетам на строительство дорог. Мы успели все эти объемы выполнить в нормальные погодные условия. Все работы были выполнены в срок, и контракты обеспечили нам качество хороших дорог и тротуаров. Губернатор нацеливает сейчас нас тоже и делать работы в частном секторе по дорогам. Но мы, вот видите, даже заранее на три дороги, это Рубинского, Грузинская и коммунальная, выполнили, ну и дорога сейчас в хорошем состоянии. Я надеюсь, что мы добьемся тех средств, которые нам необходимы, пусть не в полном объеме, но чтобы темпы наращивать и в 2022 году. Четыре основных позиции: опорные дороги, частный сектор, подъезды к детским садам, к объектам социальной сферы. Исходя из этих соображений, мы будем формировать эту программу на 2022 год.